В гостях у Русского радио народный артист России, актер театра и кино Сергей Маковецкий. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы приехали в Таллин представить фильм эстонского режиссера Андреса Пустусма «Зеленые коты» на фестивале «Темные ночи». Да, я приехал в Таллин буквально 2 часа назад. Я прилетел из Москвы, чтобы выйти сегодня на сцену вместе с группой и чтобы самому увидеть этот фильм. Расскажите, а как шла работа над этой картиной и как вообще так получилось, что вы приняли участие в этом проекте? Я всегда, в первую очередь, для меня это должна быть история. Вот. Деньги — это потом второй, третий случай. А вот когда есть хорошая история, то ты сразу соглашаешься. Мы не были знакомы с Андресом. Я прочитал историю, которая... Рабочее название было «Старики». Вот. Но мне очень нравится, что это вот название поменялось именно «Зеленые коты». Потому что, ну, старики, и что? А «Зеленые коты» — это такой вот некий такой образ. Образ то ли очень эксклюзивных людей, то ли никому не нужных, то ли все вместе. Я когда прочитал, мы с Андресом общались только по телефону. Ну, вы знаете, даже по телефону я сразу почувствовал, что потому как человек улыбался, как он реагировал на какие-то мои предложения, я сразу почувствовал, что это как-то свой человек. А приехав сюда... И когда мы начали вот работать, я в этом еще более убедился. Поэтому я с радостью сразу же принял участие. И с Тынукарком мы вместе были, партнерствовали. Потому что первый раз мы встретились в 1996 году. С Тыну. А с Андресом до этого вы знакомы не были? Не был. А вот фильм снимался в Таллине у нас, да, и вашими партнерами были эстонские актеры Кирилл Кяро, Тыну Карк, Юлия Кальюст под руководством эстонского режиссера. Вот скажите, отличается ли процесс кинопроизводства от того, как снимают в России? Хорошее кино не отличается нигде. Отличается только мощностью или техническими возможностями, а... Поэтому актеры и говорят на каком-то птичьем языке, например, где бы мы ни находились, но мы понимаем друг друга. Если мы чувствуем, если мы вот верно существуем с Тынукарком, нам... Вот мы встретились, допустим, спустя сколько? 20 лет? 20 лет. Но было такое ощущение, что мы расстались буквально вчера. Хотя, конечно же, мы немного изменились, мы стали взрослее. И тем не менее, вот мы вошли в первый съемочный день, и как-то нам не нужно было очень много друг другу что-то объяснять. Мы сразу начали шутить, пробовать все эти наши сцены, разминать их. Ну, как происходит между партнерами. То есть такая актерская химия. Абсолютно. А сюжет «Зеленых котов» — это такая бесконечная череда абсурдных ситуаций, ностальгии немножко об ушедших годах. Вот чем живет ваш герой? Что происходит у него в душе? Ой, какой замечательный вопрос. Господи, боже мой. Вот он ушел из одной страны, а попадает в другую. Но не это главное. А главное то, вот что у него на душе. А он еще при этом и забывает все. Вот он, например, у него то качество, вот он с вами разговаривает и буквально через секунду забыл, где он находится. И с недоумением смотрит на этот красный микрофон. Поэтому мне было и еще более, так знаете, эгоистический момент, вот понять, как это передать на экране. Да, грустно, что жизнь у них ушла, но они как-то не очень печалятся. И каждый потом находит свой финал. Не будем говорить, не будем всего рассказывать нашим зрителям и нашим радиослушателям. Вот сейчас, вот я знаю, что сегодня премьера в рамках фестиваля «Черные ночи». «Темные ночи». «Темные ночи». Вот. А после этого картина пойдет в прокате здесь, и в Таллине, и говорят, в других странах Прибалтики, и вот вроде бы за границей, и надеюсь, что в России тоже. Поэтому советую нашим радиослушателям
посмотреть это кино «Зеленые коты». А если так вот в целом, это добрый фильм? В нем очень много доброты, в нем очень много иронии, в нем, надеюсь, есть юмор. Я говорю, что я сейчас вот разговариваю с нашими слушателями, а буквально через 3 часа я буду ощущать сердцебиение, потому что буду смотреть этот фильм впервые. Хотелось бы напомнить всем, что в Таллине продолжается кинофестиваль под названием «Темные ночи», и, кроме всего прочего, именно на этом кинофестивале будет представлена новая картина эстонского режиссера Андреса Пустусма «Зеленые коты». «Зеленые коты». И исполнитель одной из главных ролей в этом фильме, Сергей Маковецкий, сегодня у нас в гостях. Совершенно справедливо. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос, Сергей Васильевич. Вот вы приехали в Эстонию всего на несколько дней, буквально пару часов назад. Программа пребывания, конечно, у вас напряженная. Интервью, общение, пресс-конференции и так далее. Да, будь это неладное, Господи ты, Боже мой. Не чтобы если... сидеть. Ну, ладно. Вот как раз-таки об этом. Есть ли вот желание чем-то заняться вот в Таллине, помимо официальных дел? Вот, возможно, у вас есть, не знаю, любимое место, какие-то друзья, знакомые, там, кафе, улица, любимая гостиница. Что-то вот для души. Ну, во-первых, я приехал ведь сознательно на фестиваль. И очень рад, что так сложились обстоятельства. Потому что, как правило, если фестиваль проводят не летом, то очень сложно вырваться. У меня сейчас в разгаре сезон. У меня вчера был дядя Ваня, позавчера был «Улыбнись там, Господи». Потом «Мнимый больной». Я прилечу 21-го, и у меня сразу же «Онегин» практически. Поэтому так сложились обстоятельства. Я подумал, ну зачем мне ехать буквально на сутки? Но в этом и заключается наша профессия, что ты работаешь. Но вы знаете, какое же желание есть сегодня выйти на сцену, а главное, даже не то, что ты вот сегодня выйти на сцену, а сесть в зрительный зал и вместе с залом посмотреть новый фильм. Ощутить вот это, как это слушают. Потому что в этом профессия. Смотреть его в безвоздушном пространстве невозможно. Потому что каждому актеру, какой бы он ни был, ему обязательно надо, чтобы кто-то сказал: «Вы замечательны! Вы замечательны!» А вот сейчас как раз-таки вот много возможностей смотреть кино, допустим, дома, по телевизору, домашние кинотеатры и все такое прочее. Вот как вы считаете? Это не сравнится. Когда большой экран, кинотеатр, большой зал. Большой экран, когда гаснет свет, и ты вот это, и происходит вот это чудо. Происходит или не происходит, это уже другая тема. Но поверьте мне, что никто не хочет сделать плохо, все хотят сделать хорошо. Но какое же это ощущение, когда вот гасит свет, и вот на этом белом полотне разворачиваются события, и ты забываешь о том, который час, и что, и какая погода на дворе, и какие политические всякие аллюзии, и что происходит с нашими политиками, и не к ночи быть помянуты. Вот, и ты видишь какое-то действо. И какое же счастье для актера и вообще для зрителя, когда это тебя захватывает, потом свет зажигается, и ты опять выходишь вот в эту действительность. Но это потом. А вот эти 2 часа или 1,5 часа ты жил совсем другой жизнью. Вот для меня она самая естественная. Жизнь, вот та, которая происходит вот в этот момент. Вы скажете, это сон, да? Может быть, сон. А вот вы сами, не по долгу службы, а, скажем, в рядовом порядке, часто ли выбираетесь, получается выбираться в кинотеатр? Вы меня ударили под дых, потому что, я говорю, я люблю профессию, я люблю театр, люблю кино, и вдруг меня спрашивают, а что последнее время вы смотрели? Я понимаю, что можно назвать какие-то названия, которые у всех вот на слуху. Скажу откровенно, ничего. Последнее время как-то мне не удается пойти на хорошую премьеру. Я думаю, ну завтра-завтра, потом-потом. Нет, надо смотреть, надо все-таки выкраивать время. А вот летом, когда проходили съемки в картине «Зеленые коты», наша ведущая, моя коллега Лена Головенко, брала тоже у вас интервью, узнавала о ваших планах, в частности, о вашем дне рождения. А тогда у вас был
план на перелет в Америку. А вот так оно и случилось. Удалось, все получилось. Удалось. Это при том, что друзья мне сделали билет на замечательный мюзикл, современный. Потом мне сказали: Сережа, ну, зря тебя туда отправили. Надо было все-таки на какую-то классику, знаете, такая... Но, тем не менее, это был вот такой день рождения. Сначала посещение мюзикла, а потом мы выпили шампанского. Все планы оправдались. Все планы оправдались. Как будет в этом году, вернее, в следующем году, я не знаю. Но будем надеяться, что как минимум не хуже. Боюсь, что уже не будет в дороге. Я уже так привык встречать день рождения в поезде, в самолете, в другой стране, что если вдруг в следующем году, скажем так, твой небольшой юбилейчик попадет сюда, на Москву, вот тут я немного растеряюсь. Потому что я привык быть все время в пути. Ну, для вас это определенное состояние комфорта, насколько понятно, да? То есть... Да, потому что это, знаете, самое тупое времяпрепровождение, когда ты в день своего рождения принимаешь звонки и говоришь: спасибо большое, и вам большое спасибо. Большое спасибо. Не то слово, огромное спасибо. А потом хватаешь себе за язык и говоришь себе: какое же счастье, что тебе позвонили, потому что, вот представьте ситуацию, не дай бог, вот не про нас с вами сказано, когда вдруг твой день рождения, и тебе не раздается в твоей трубочке ни одного звонка и не поступает ни одно СМС-сообщение. Вот это, наверное, страшно. Вот, кстати, вопрос. Вот, допустим, такую гипотетическую ситуацию, что ваш телефон не звонит больше недели. А просто тишина и все. А вы будете отдыхать, наслаждаться вот этим моментом, да, затишье, или же будете беспокоиться, что никто не звонит? Как же так? Вы, как творческий человек, должны это понимать. Мы можем кокетничать, как мы устали, и что нам хочется отдохнуть, но как только приходит этот отдых, ты не знаешь, чем себя занять. Потому что актерство, мне кажется, не терпит отдыха. Потому что я прекрасно знаю вот, и видел наших актеров пожилых, у которых был всего один спектакль. Всего один спектакль в месяц. И я видел, с каким ощущением они приходили в театр в день, когда спектакль был. Они играли небольшие роли, спектакль заканчивался, и они опять уходили домой в надежде, что вот этот спектакль их держал на этом свете. Как только у актера перестает звонить телефон, как только его перестают приглашать в кино и в театры, к сожалению, он очень быстро уходит. Но не будем о грустном. Надеюсь, что все будет хорошо. Надеемся вместе. К сожалению, времени у нас не так много, как хотелось бы. Потихонечку разговор подходит к концу, и мы приготовили для вас такой небольшой блиц. Угу. Короткие вопросы, короткие ответы. Слава КПСС. Прекрасно. Значит так, начнем. Драма или комедия? Что-то посередине. А роль положительного героя или отрицательного? О, также что-то посередине. Нет, ни положительных, ни отрицательных. Сегодня тем более. А домашний ужин или ресторан высокой кухни? Все вместе. Сначала домашний ужин, сначала ресторан высокой кухни, а потом дома картошечка с холодцом. Господи боже мой, какая там высокая кухня? А чай или кофе? Кофе. Утро или вечер? Вечер. Закрытый показ или широкий прокат? Широкий прокат. 76-й год или 17-й год? О, Господи, Боже мой. Нет, начало 19 века. А терпеть или меняться? Терпеть. Прекрасно. Кстати говоря, вот последняя фраза, это была из цитаты из фильма «Зеленые коты». Нашим радиослушателям я бы хотел бы напомнить, что на кинофестивале «Темные ночи», который продолжается в столице Эстонии, в городе Таллине, будет представлен именно в том числе фильм эстонского режиссера Андреса Пустусма под названием «Зеленые коты». И сегодня в гостях у нас на русском радио был замечательный актер, искренне любимый актер, народный артист России – Сергей. Спасибо Маковец. Вам огромное за это ваше внимание. Спасибо нашим радиослушателям, которые сейчас нас вот слушали. Желаю вам и себе счастья. Мы это заслужили уже давно. Спасибо. Огромное спасибо вам. До новых, непременно, надеемся, волнующих встреч. Да не то слово.